Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кей. Мы сегодня снова серия на проекте Amazon Хлеплей. В этом видео покажу, как я продал номера, чтобы купить другие номера за 65 миллионов, пацаны. Поэтому смотрите видео от начала до конца. Также хотел бы напомнить, что у меня проходит конкурс на 5 миллионов. Ссылка на конкурс будет в описании, поэтому переходите, участвуйте. Шанс выиграть очень большой. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Хлеплей. Сейчас я вам предлагаю посмотреть, как это все происходило. Вы увидите, какие номера я продал, чтобы купить другие номера. За сколько я продал там и так далее. Поэтому прошу вашему внимания, в принципе, то, что я записал без звука. Ну а потом я уже вам все прокомментирую, расскажу. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, вот это автомобиль, ради которого я продал номера 3К39, чтобы купить именно вот эти номера, 3У38. Да, я знаю то, что 3К39 поинтереснее рассмотрятся, и они дороже стоят, чем эти номера, но я купил их из-за того, что здесь цифры, 3 восьмерки. Именно из-за этого я купил себе, получается, эту машину, потому что, как вы знаете, я собираю номера с восьмерками. У меня уже есть небольшая коллекция, в принципе, вот. 3У38, топ-восьмерки, 3К38, АМР-восьмерки и еще МР-восьмерки есть, но Магнум сейчас не у меня, Магнум моего друга, потому что я дал ему покатать. И получается, я потратил на вот эти номера 65 миллионов, пацаны. Да, я знаю, вы скажете, капец, ты дурак, типа, они столько не стоят. Не спорю, пацаны, и максимум, чтобы я дал за эти номера, это, ну, 40-50 миллионов. Но 65 миллионов, это реально очень много за эти номера. Но мне пофиг, потому что я купил их для себя, я не хочу их там перепродать, либо еще что-то с ними сделать. Я купил их чисто для себя, чтобы они у меня были, как бы у меня номера задерживаются надолго, поэтому я потратил такую большую сумму чисто для себя. Но я эти номера буду снимать, потому что, ну, как бы у меня есть бэха, мурка получается, вот она. И мне две бэхи не нужны абсолютно, поэтому сейчас мы снимем номера, и в этой серии я эту тачку и продам. Сейчас вам покажу, что там по карпасу вообще на этой машине. Пацан вообще долго ломался, не хотел продавать мне эти номера. Я где-то 2 часа его уговаривал, реально, просто продать мне номера. Я ему предлагал сначала 60 миллионов, потом уже 65 миллионов. Он никак не хотел, но в итоге все-таки он согласился. Я дал мне номера вместе с машиной. Но номера 3К39 я продал без машины. Джип Ранч Роки сейчас находится тоже у моего друга, это Матвей Вилла. Но я у него эту машину, скорее всего, сегодня и заберу. Ну, здесь ничего особенного нету, в принципе, просто здесь чип стоит, антирадар это я уже сам поставил. Целостность здесь была 88, я ее починил, хост-цена 4,5. Но я за 5,5 хочу попробовать ее продать. Если за 5,5 не продам, то за 5 лямов, думаю, кому-то она точно уйдет. Давайте прямо сейчас я сниму номера с нее, потому что, ну, как бы мне нужно их забрать себе. Так, где тут снять номера? Вот, снять номера с авто. Так, снять номера, все, номера я снял, получается, теперь они у меня в инвентаре. Так, где тут номерные знаки? Вот, они теперь у меня здесь. Короче, нашел я покупателя, это мой подписчик, блин, он хочет, чтобы я ему за 4,7 ее продал. Ну, в принципе, ладно, похуй, в принципе, не особо денег потеряю. В казике 60 миллионов слил просто. Но я надеюсь, то, что он не пиздит. Типа, если он пиздит, то реально это плохой человек, и с ним я больше общаться не буду. Если у него реально это последние деньги, то, конечно же, я ему ее продам за 4,7, типа, ну, мне не жалко. Так, продажа транспорта 353... 4,7, да, получается? 4,7,
4 700 000. Все, продаем ему тачку, 353. Так, да, я хочу продать ему BMW, комиссия 50 000. Хорошо. Все, продаем ему, короче, машину за 4,7. Все, пацаны, я, короче, забрал свою машину, это Jeep Ranch Rocky. И, скорее всего, на него я хочу поставить номера, потому что, ну, я не знаю, какую машину можно купить вместо этой. Ну, типа, нету сейчас машины, которая мне интересна, чтобы я купил и поставил на нее номера 3 утри восьмерочки. А здесь, я думаю, они будут смотреться неплохо. Кстати, я еще графику подрубил. Да, графика, пацаны, это прикольная тема, но, к сожалению, от этого страдает FPS. Без графики у меня FPS там 80, 90, 100 бывает. А с графикой у меня FPS 40, 45. Бывает 30-ка. На ношане вообще 20 FPS будет. Поэтому с графикой как бы заебись играть, но страдает FPS. Номерные знаки 3 утри восьмерки поставить на транспорт. Да, в принципе, я хочу поставить эти номера. Все. Я их поставил, теперь давайте сделаем респаун авто. И возьмем, получается, наш Jeep Grand Cherokee. Так, давайте посмотрим. Ну, блин, нормально смотрится, согласитесь, типа, 3-3 восьмерочки. Я бы их, может быть, еще бы и в красный покрасил, но я думаю, так тоже неплохо. Как бы 3К39, честно, мне меньше нравится, чем эти номера. Вот эти номера мне реально просто по кайфу. Блин, ну, графика, конечно, да. Просто зверь, пацаны. Просто пушечка такая. Ядерная пушечка, пацаны. Не, ну джип мне очень нравится, на самом деле, типа еще и новый. Я считаю, вообще по кайфу. Но диск ему побольше, было бы вообще по кайфу, прям реально. Так, пацаны, короче, купил фотоаппарат, чтобы посмотреть красивые кадры. Давайте сюда спустимся. Здесь есть дорога? А, да, есть, кстати, дорога. Давайте пару фоточек еще сделаю чисто для себя. И ну с графикой реально по кайфу выглядит просто. Вода. Правда, скала как-то неправильно отображается. Ну вообще, блин, смотришь на воду, смотришь на эту скалу. Бля, это вообще такая дрочь просто. Вот надо вот так вот смотреть. Пацаны, красота, да? Ну, с графика реально по кайфу. Но, к сожалению, я с ней не буду постоянно играть, потому что FPS проседает. Ну, типа, для меня 40 FPS это, типа, мало уже считается. Возможно, для вас это нормально, но я зажрался, пацаны. Для меня 40 FPS это уже мало. Не, ну, тачка реально прикольная. Типа, я не хотел ее продавать. Поэтому я поставил именно сюда эти номера. И номера прикольные, согласитесь, типа, ну. Я думаю, вам они тоже нравятся. Ну, типа, да, возможно, кому-то буквы не нравятся, типа, у-у-у. Но все же они пиздато смотрятся, я считаю. Ладно, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам эти номера. Не забывайте участвовать в конкурсе на 5 миллионов, 5 призовых вес по миллиону. Все ссылки, короче, есть в описании. Всем пока-пока.